За перевод благодарим фансаб-группу Oxylups. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Мадмуазель. Да. Чего? Разрешите вас за ручку подержать? Нет. Эх, ладно. Не люблю, когда меня трогают. А что ты тогда любишь? Я лежать люблю. А со мной полежишь? Нет. Отвали. Нет. Любишь поиграть в недотрогу? Любишь, чтобы тебя добивались? Сейчас я тебя добью. Больно было, когда ты падала с небес. Еще как. Поэтому руки убрал. Ангелы плачут, завидуют твоей красоте. Ты очаровательна. Так сразу и не поймешь, кто тут цветочек. Где ты вчера был? Реально, где тут цветочек? Где ты был вчера? Ой, кто тут прекраснее цветочек? Ты же клялся, что любишь только меня. Ты краснеешь, вся точно роза. Дорогая, прекращай уже облизываться. Облизываться? Не подлизывайся. Не облизываться. Миленькая, я тебя все еще люблю. Очень мило. Я тебя люблю. Ладно, ты помилован. Люблю, люблю. Милый, а ты изменился. Да, такое случается с возрастом. Это неизбежно. Ага, это естественный процесс. Тебе стало некомфортно со мной? Да. Почему это? Я с тобой все равно разведусь. Нам еще Йонбока воспитывать. Да, она же наша дочь, давай уж постараемся. Дай руку. А, у тебя такие маленькие ручки. Руку. Бегом. Так здорово. Привет. Привет. Сколько тебе лет? Три. А тебе? А мне 5. Я для тебя опа. Точно. Ага. Хотя ты выглядишь младше. Почему неформально разговариваешь? Как хочу, так и разговариваю. Давай-ка поуважительнее. Не ори. Ладно. Мамочка! Папочка! Дорогой! Ага, да, дорогая? Как ты неловко собираться спустя год? Эй, ты! Банчан! Банчан! Чанбин! Банчан! Чанбин! Ты как себя со старшим братом ведешь, сынок? Помолчи! Сын! Отец! Сын! Чего? Угомонись! Как скажешь, мамуль! Ай, здесь так шумно! Вы вообще не моя семья! Почему меня позвали? Ну реально, я ведь не из этой семьи! Серьезно! Тетя, ты чего такая красотка? Родилась такой! Ты не из нашей семьи? Конечно, не из этой! Я ведь ее родственница! Она из семьи Ли! А, так ты из ее семьи? Каким я тут боком? Тут письмо лежит! Ой, что там? Сыночки, невестки, внуки, спасибо, что приехали домой. Ладно, наступил праздник. Проведите это время как следует. А мы решили махнуть в летнее путешествие. Мы поехали в аквапарк. Какой парк? Они больше не с нами. Бабушки с дедушкой больше нет. Они в аквапарк уехали, в аквапарк. Все хорошо. С бабушкой все хорошо. Мы уехали в аквапарк, чтобы отдохнуть в последние теплые деньки. Мы решили сделать перерыв. И надеемся, что пока мы отдыхаем, вы подготовите все к Чусоку. Мы составили для вас список дел. Дорогая, слушай, это твои родители или мои? Твои же вроде, нет? Мои? Погоди, Хён, они наши родители, ты чего? Я твой брат? Значит, они нас тут собрали, а сами свалили отдыхать? Милый, это же твои родители. Смотрю, Чан вообще не меняется. Ага. Ты последние 2 года только качался? Ты такой! Я первым начал тренироваться, а Чан стал за мной повторять. Он становится все сильнее и мускулистее. Пап, в кого мы такие? Что? Где твои мышцы? Я не могу даже ложку поднять. Мы давно не собирались все вместе. Давайте обсудим последние новости. Да, давайте. Присядем. Иди сюда. Я в шоке, что вы еще не развелись. Мы уже начали документы оформлять. Документы на развод? Так и будешь стоять. А ты чего расселся? Живо, вставай! Живо, вставай! Да ладно вам! Садись на коленочки! Прям сюда! Может, поженим их? О боже! Эй! Он не в моем вкусе! Давайте их поженим! Хорошая идея! Когда они подрастут? А это чья дочь? Это моя сестра! Она моя сестра! Тогда проблемка! Он настоящий? Не трогай! Отсядь от меня!
Ничего не могу поделать. Ты словно магнит. А, серьезно. Меня притягивает к тебе. Ты мне не нравишься. Мне не нравятся молоденькие. Они отлично смотрятся вместе. Молодые — это тренд. Мне нравятся постарше. Я могу стать для тебя любого возраста. А ты тот еще флиртун. Давненько мы не собирались. И у нас пополнение. Пусть они представятся. Ты первый. С чего это ты решаешь? Я твоя сестра. Твоя сестра. Ее не переспорить. Крутая сестренка. Чонин, ты только сейчас поняла? Ты куда? Я представлюсь. Здравствуйте, я из поколения Z. Айен. Кто это рядом с тобой? Я ее телохранитель. Свали, я не люблю молодых. Мне все равно, не нравятся тебе молодые или не нравлюсь именно я. Я просто хочу быть рядом. Больно вообще-то. Моему сердцу больнее. Итак, я из Америки. Окей. Я все еще учу английский. Ты из Америки учишь язык? Ты из Америки? Я все еще учусь. Тогда представься на английском. Здравствуйте, меня зовут Айен. Я из Америки. Чем увлекаешься? Увлечение? Слушать музыку? Отлично. Спасибо. Миленькая. У моей дочурки хороший английский. Докажи. Как ты? Хорошо, а ты? Я в порядке, спасибо. Да, спасибо. У тебя такой секси-акцент. Я знаю, что я хороша. Она знает тебе цену. Сумасшествие. Айен, ты много тренировалась в Америке? Тренажерка — мое хобби. У тебя такая спина. Хочешь взглянуть? Она мой идеал. Выглядит как рок-звезда. Кто твой идеальный типаж? Хватит расспросов. Разговаривать это тяжело. Она оставила тебя без ответа. Чанбин, представься. Я? Все равно ты уже тут. Здравствуйте. Фанат Манчестер. Они тебе нравятся? Мне нравится Тоттенхэм. Недавно Тоттенхэм победили Манчестер. Я так разозлилась. Почему? Потому что я фанатка Манчестера. Последнее время я просто дразнил Чана. А тебе сколько лет? Отец, я в 10 классе. Уже? И в последнее время я много тренируюсь. И ты любишь покушать. Верно, покушать. Я думаю, что хорошо питаться тоже часть тренировок. Но ты же просто ешь. Не просто ем, отец. Да, я еще и тренируюсь. Конечно, прости меня. Не трогай, они принадлежат Айен. Ей всего 5. Ты имеешь что-то против моей дочурки? Тебе 5? Где твое воспитание? Зачем ты сказал это моей доченьке? Извините. Моя дочка совсем как ее отец. Я знаю, она в тебя такая. И английскому я ее научила. Она вся в тебя. Она милашка. Да. Этим она в тебя. Солнце, иди представься на английском. На английском? Дядя, дядя. Чего? Двигайся. Садись тут. Ты. Ребята, внимание. Моя дочурка представляется. Давай на английском. На английском? Ты справишься? У тебя был отличный учитель. Привет, меня зовут Йонбок. И мне... Такая очаровашка. 3. Ты милашка. Годика. Поговорите вместе. Привет, Крис. Чан не говорит на английском. Что ты тогда умеешь? Почему ты? Я тебе компьютер для английского купил. Сколько тебе лет? Сколько тебе? Я не знаю. Ты хоть что-нибудь знаешь? Не знаю. Эй, моя дочь представляется. Тише там. Пол будет скользким. Ну так помоешь? Что-то мне дурно. Мамуля, папуля, не ссорьтесь. Мы не ссоримся. Делай то, чему тебя учил папа. Моя мамочка и мой папочка. Ты больше любишь маму или папу? Подумай-ка хорошенько. Маму. Вот и будешь жить с мамой. Сегодня ты последний раз видишься с ним. Почему Йонбок такая красотуля? Она такая милая. Милота. Вперед, мамуля. Ага. Я. Эй, повернись-ка. Я мама Йонбока, Ли Минхо. Ли Минхо? То есть Лино. Ты с небес? Думаю, так и есть. Больше ничего не скажу, жду ваши вопросы. Это быстро. Тетя, что ты любишь покушать? Что я люблю есть? Ага. Ну, мне все нравится. Она пьет только желтую газировку. Апельсиновый сок, апельсиновый сок. Хотите освежающий удар? Вы помните, да? Думаю, мы бы с тобой сошлись. Я не знаю, чья дочь Чанбин. Это тайна его рождения. Вот и хватит. Окей. Эй, дядя!
Хорошо. Я не частый гость здесь. Я нанял адвоката по разводам. Адвоката по разводам? Мы проходим этапы. Обязательно было говорить это при моей племяшке. Потом об этом поговоришь. Папа, ты меня не любишь? Я тебе не нравлюсь, пап. У меня вопрос. Чем тебя твоя жена не устраивает? А ты поживи с ней. А я могу? Обдумай. Они одной крови. Она? Они еще не родственники. С нашей Минхо. Мне нравится. И ты мне. Нет! Зачем тогда женились? Мы? Для начала деньги. Ради денег? Вы хотели денежек друг друга? Вы решили по выгодному пути пойти, да? Ты типти? Я типти. Ты встал. Ты в одном и том же годами ходишь. Это досталось от отца. Мой отец. Прежде чем покинул нас. На самолете. Он на самолете в аквапарк полетел. У него денег полно. Посмотри на дом. Он при деньгах. Неудивительно, что дом постоянно меняется. Я дядя Йонбока. Но я хочу стать ее новым отцом. Новым отцом? Я буду так добр к ней. А я уже заволновалась. Эй, пару дней назад тебе понравился ужин с другом, с которым я тебя познакомил? Чего это ты об этом заговорил? Что? Что это значит? Ты же знаешь, что мама ревнивая. Мама, мне страшно. Закрой глазки и открой нос. Я боюсь. Просто улет. Попробуй-ка объясниться. Что? Объясняйся. Ты ей не сказал? Как я и думал. Дорогая. Она красивее меня? Мама, нет никого красивее тебя. Правильно. Мамочка, поцелуй меня. Лино. Да? Не говори им, что мы виделись вчера. Все в порядке. Я тоже кое с кем виделась вчера. Погоди. И как все прошло? Он слишком настойчив, не в моем вкусе. Папочка, сыграй нам на гитаре. Так внезапно? Гитара. Гитара и все такое. А мы хорошо ладим. Потише. Какую песню вы хотите? Я слышал, ты пел песню «Сламп», когда делал предложение. Вы бы настроили ее хотя бы. Сламп звучит круто. Вот эту песню. Чего? Сламп. Эй, подожди. Притворись, что поешь, а они наложат сверху звук. Просто пой песню. Ты влюбилась в эту песню. Это извинение. Это было так жалко и прекрасно. Я сдаюсь. У него уши покраснели. Я весь вспотел. Теперь моя очередь. Удачи, детка. Тетушка. Удачи. Мамочка. Тетушка. Мамуля. Ого, эти двое вообще не похожи друг на друга. Я притащила его с улицы. Нашла его где-то. Мамочка. Я хочу быть похожим на мамочку. Папочка тоже неплох. В любом случае, я представлюсь. Почему только я опух, если мы оба ели камчаджам вчера ночью? В чем твой секрет, мам? Мамочка просто родилась такой. Я самая красивая женщина в мире. Хван Хёнджин. Мамочка! Согласен. Я тоже так думал. Но сегодня я понял, что она самая красивая девушка. Я самая красивая. Да, это ты! Мне нравится рисовать картины. Это причина, по которой я влюбился в нее. Что ты рисуешь? В последнее время я рисую абстрактные картины. Как лицо твоего мужа? Мое лицо довольно абстрактно. Главная причина, по которой я влюбилась в него, заключается в том, что он нёрд и гик. Но, ладно, забудьте. Что? Давай говори. Я просто думал, что эти слова значат одно и то же. Но побоялся сказать, чтобы мама не разозлилась. Все нёрды немного гики, но одни умные, а вторые занудные. Нёрды все же интеллектуалы. То есть я занудный интеллектуал? Ага, как сладко, но все равно таблетка. Ага, прекрасно, спасибо, любимая, поэтому я и влюбился в тебя. Ты должен быть добрее, Хёнджин. Что ты только что сказал? Относись к ней лучше, ты вообще разводишься. Мой сын научился самостоятельно ходить. Сын, сынок, сыграй песни, которые ты написал. Что значит писать песни? А, извини, просто присядь. Хорошо. Хорошая работа. Садись обратно, хорошая работа. Ему нужно взять себя в руки. С чего бы это? Раньше ты был еще хуже. Когда тебе было 5? Он был таким маленьким? Эй, привет! Как 5-летка может быть таким маленьким? Эй, привет! Чан приветствует нас. Привет! Я Чан. Чан любит мамочку больше всех. Почему больше всех ты любишь мамочку? Она красивая. Тогда ты собираешься жениться на мамочке? Нет. Она вспыльчива, верно? Мамочка? Ага. Да. А что насчет папочки? Папочка тоже.
Скажи про папу что-то хорошее. Папа часто гуляет допоздна. Дома лучше без папы? Да. Чан, Чан, я же сказал тебе ложиться раньше. Что с вами не так? Чан пошел спать. Но папа сказал, Чан, это секрет. Зачем ты рассказал секрет? Мама купила Чану новую игрушку. Не папа? Мама купила? Да, мама. Кто тогда я? Зачем я вообще здесь? Чан хочет сыграть. Он уже профессионал. Умница! Он гений! Йонбок, хочешь такую же? Нет. Я хочу телефон. Не дам! Я куплю тебе лучше. У меня уже есть. Чану... 5. Молодец. Все еще 5 спустя 2 года? Он как бог. Он Шинчан. Бог Чан. И одевается так же. Ай, больно! Когда они приедут? Хочу увидеться с бабулей и дедулей. Я скучаю по бабушке. Забавная вы семейка. Наши мама и папа оставили нам несколько заданий. Скорее всего, они написаны здесь. Прочитаем? Конечно. А теперь тут задание, которые они оставили нам, пока они в отпуске. Надо распределить задания. Тут много, слишком много. Ты решаешь, потому что ты из Америки. Я знаю, что в Корее популярная игра «Морковка-морковка». Ты имеешь в виду «Кролик-кролик»? А, вы про эту? Я не знала название. Я все равно понял. Я пойму все, что ты скажешь. Ну что, играем? Ага. В этой игре нам надо выбрать имена, для того, чтобы указывать на других. Бини-бини, ини-ини. А люди рядом с ним говорят «морковка-морковка». А потом кто? Надо освободить место. Дядя, подвинься, садись туда. Не хочу. Почему? Она страшная. Нет, с чего ты взял? Сюда подошел? Иди сюда. Эй, ты все равно выглядишь старше. Ну что ж, давай. Садись. Поскромнее. Выбираем имена. Лино можно назвать Мино-Мино. Мино-мино? Но-но. Мне не нравится. Давай но-но. Но-но-но-но-но. Но-но? А, нет-нет. Окей, я начинаю. Это разминка. Переходим к репетиции. Хорошо, попрактикуемся. Не старайся сильно. Хорошо, поняла. Погнали. Ини-ини. А, чего? Какие имена? Вылитая сестра. Простите, простите, простите. Так как ты еще не привыкла к игре, давай я начну. Ты делаешь это для нее, сынок. Не дави на него. Умчичи, умчичи. Двейки спустился с неба и сказал. Умчичи, умчичи. Умчичи, умчичи. Бини, бини, хани, хани. Морковка, морковка. Ты должен сказать морковка, морковка. Ты не сказал морковка, морковка. Ладно, теперь переходим к самой игре. Давайте сначала медленно. Давайте медленно, но будем ускоряться. Сыграем как следует. Стей всегда говорят, что мы плохо играем. Двейки спустился с небес и сказал. Выбыло. Давайте дальше. Двейки спустился с неба и сказал. Подождите, а он не делал. Чан не делал. Нет, я делал. Делал? Бини вылетает. Ты проиграл. Да почему я? Ты свое не сказал. Потому что Чан не сделал движение. Делал. Он не сказал свою фразу. Я этого не заметил. Да ладно. Чан вылетает, Чан не сказал. Чан не произнес. Точно? Двейки спустился с неба и сказал. Надо же говорить мини-мини. Мне 3. Ей всего 3. Честно говоря, он первый сбился. И он не сказал морковка, морковка. Он везде ошибся. Ты выбываешь. Папочка проиграл. У тебя вообще совесть есть? Папочка вот проиграл. С тобой никто жить не
Папочка вылетел! Папочка вылетел! Чанбин сказал дяде ты! Я буду стрелять! Хён, уходи! Дядя, на выход! Двейки спустился с неба и сказал... Погоди, что? Вылетел? Ты проиграл! Правильно, но-но! 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 Я же с самого начала говорила, что но-но! Ты вылетел! Двейки покидает игру! Да ладно, могли бы и пропустить мимо ушей. Уходи, не устраивай сцен. Эта семья совершенно не умеет играть. Бабуля спустилась с неба и сказала: семья! Семья! Минхо, ты начинаешь. Ой, Минхо, тетушка, ты первая. Говорить мино-мино? Правильно, но-но. Двейки спустился с неба и сказал: Простите? No. Он сделал что-то не так? Он только свое имя повторял. Я был сбит с толку, потому что до этого молчал. Нас осталось трое. Хорошо, хорошо. Двейки спустился с неба и сказал: Кто первый? Я первый. Йонбок вылетает, Йонбок вылетает. Я так не играю. Я наконец понял, мама с папой познакомились во время игры. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Теперь я знаю. Финальный раунд. Удачи вам. Камень, ножницы, бумага. Первое место. Хан побеждает. Папа не умеет чистить яблоки. Все ваши имена напишу красным. Хён, какой ты хочешь? Больше всего мне нравится задание с яквой. Папочка, я хочу якву. Нет. Это мое. Второе занято. Я буду есть якву. Я возьму готгам. Хорошо. Готгам. Шум и гам. Номер 3 съесть все за один укус. Мне нужно съесть его 3 раза. Доченька, выбирай быстрее. Мамуля, мне нужно немного подумать. Не думай. Выбери очистить яблоко от кожуры. Да, это самое простое. Вы так думаете? Йонбок, выбери, ты перестаньте. Вы хотите, чтобы Йонбок всех пальцев лишилась? Не дурите ей голову, простите. Выберите что-нибудь с едой, съешьте чапче. А что, если Чанбину придется чистить яблоко? Я буду его зубами чистить. Я выберу задание с 3 сунпёнами. Но-но. Не грусти. Чанбин 5? Ага. Какие-то проблемы? Давай-ка поуважительней с дядей общайся. Дядя, какие-то проблемы? Только наезжать и можешь? Нет, нет. Он американец. Чего? К счастью. Это не про выпить же? Ты что, опять есть будешь? Будешь за один присест есть? Я съем Чон и Су Джонгва. Все сразу? Ага, неудивительно, ты же такой накачанный. Малыш, ты еще не выбрал? Он еще даже посмотреть не успел. Я уже выбрал. Чистка яблока. Кто тут сможет аккуратно очистить кожуру? Мамуля в этом мастер. Да, ты прав, сынок. Тогда выбери это задание. Но мне же не с тебя шкуру придется сдирать. Следующий. Дядя, ты следующий. Что такое? Ой, я случайно. Что это? Чего? Ого, они так хорошо друг к другу подходят. Миленько смотрится. Чанбин. Так, задание с яблоком. Достается. Кому же? Мне? Я Йен. Я Йен. Итак, вот что получилось. Ага, тут еще что-то написано. Что-то еще? Что там? Дай посмотреть. В чем дело? На этом наши мучения не закончились. Ого! Чего? Откуда же мне было знать? Нужно было яблоко выбирать. Полнолуние? Чану нужно танцевать полнолуние? Желаю нашей семье крепкого здоровья! Когда появится полная луна? Как перевернуть Чон 3 раза? У меня так только с настроением мамы получается. Письмо? Может, хватит уже? Тут еще что-то. Это от родителей. Что там? Вы должны справиться за 100 секунд. 100 секунд? 100 секунд? А, у нас есть 3 попытки. Если вы пришлете нам видео с вашего шоу талантов, мы дадим вам шанс поменять одно задание. Удачи! Что ж, мы можем справиться и быстрее. Кто хочет со мной поменяться? Эй! Эй, Лино! Какое у тебя задание?
Мне нужно выбрать только кунжутные сонпёны. 3 раза подряд. Понял. Лино, я же старше тебя. Ага. Ну, паспорт покажи. Ой, прости. Неси его сюда. Страшно, но весело. Погнали, погнали. Миссия от стариков. Начнем? Кто читает 100 секунд? Вот так. Я волнуюсь. Ну что, поехали? Ага. Мамуля. Она... Ну что за милашка? Мы же закончили представляться. Что с его голосом? Он уже сломался? Молодец. Я еще не привык к новому возрасту. Всегда смотрите, что происходит за кадром. Ты в кадре? Вы же это не вырежете? А пока наших мальчиков прихорашивают, я с вами немножко поболтаю. Да, я болела, были еще кое-какие проблемки, но я вернулась. Возможно, еще немножко гнусавлю и хриплю, но надеюсь, этого не слышно. Обо всех новостях вы можете узнавать у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. Подписывайтесь!